Здравствуйте, вы смотрите новости. В студии Марина Шиян. И в начале выпуска коротко о его главных темах. В ночь с четверга на пятницу в Южно-Сахалинске выпала как минимум половина месячной нормы осадков. Подтоплены с десяток частных домов, несколько сотен остались без электричества. О других последствиях разгула стихии, о том, как с ними боролись, расскажу вам я, Николай Анискин, уже через несколько минут. Старинные иконы, древние книги, утвари, даже церковное облачение священников. Все это теперь можно увидеть в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Здесь открыли выставку, посвященную юбилею Южно-Сахалинской и Курильской епархии. А какие еще мероприятия прошли в честь праздника, об этом расскажу вам я, Вера Рудакова, через несколько минут. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» выходит на финишную прямую. На сегодняшний день в области установлена уже 141 камера. Помимо фиксации скоростного режима, интеллектуальные транспортные системы помогают выявлять автовладельцев, нарушителей правил парковки. Сюжет о таком помощнике Государственной инспекции безопасности дорожного движения смотрите через несколько минут. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Решение об этом приняли в связи с прохождением тайфуна. По предварительным данным, подтоплено несколько десятков жилых домов. Сотни почти на сутки остались без электричества. Пострадала и транспортная инфраструктура. Так, например, в Новоалександровске обрушился автомобильный мост. По прогнозу синоптиков, осадки не прекратятся до субботы. Тему продолжит Николай Анискин. Королла премиум плавает. Пик осадков пришелся примерно на 3 часа ночи. Именно в это время в соцсетях стали появляться первые видео очевидцев. К утру счет публикаций шел уже на десятки. Джесси, иди сюда! Эта ночь стала очередной проверкой на прочность для сахалинских спасателей и коммунальщиков. Утром сообщалось о более чем 30 затопленных придомовых территориях и 6 многоквартирных домах. На устранение последствий прохождения циклона работают 36 человек и 30 единиц техники. Объекты жизнеобеспечения в области функционируют без нарушений. Аэропорт города Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов в фактической погоде. Паромная переправа, железная дорога работают в обычном режиме. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Пострадали от стихии и линии электропередачи. Например, Долинский район на 20 минут полностью остался без электричества. В Южно-Сахалинске без света почти сутки провели жители 500 частных домов. Сегодня ночью отключалось около 40 линий электропередач различного класса напряжения. Срабатывала система защиты. Основная причина – это сильный ветер, это гроза, это дождь. Именно частный сектор, особенно в северной части областного центра, подтопило больше остальных. Жители в очередной раз особенно ощутили на себе всю силу стихии. Низина у нас, все, болото. Здесь же болото было, это же мы все осушали, все это самое. Каждый клочочек земли поднимали, а земли сколько привозили? КамАЗами возили. В школах Южно-Сахалинска тем временем отменили занятия. Учеников перевели на дистанционный формат обучения. В городской мэрии начал работать ситуационный штаб. Безусловно, мы вводим в городе режим ЧС и, соответственно, сейчас формируем реестр жалоб, которые возникли у людей в связи с подтоплениями, с тем, чтобы оказывать социальную поддержку, помощь там, где это необходимо. Особое внимание южно-сахалинцев приковано к городскому парку, который чуть больше месяца назад после аналогичного тайфуна восстанавливали, как говорится, всем миром. Если дождь не прекратится, то будет опять полный пи***. На этот раз прорыва дамбы не произошло. Шлюзы на озере Верхнем успели расчистить от мусора и начать сброс воды. К полудню интенсивность дождя заметно снизилась, но по прогнозу синоптиков осадки не прекратятся до середины выходных. Лишь в воскресенье обещают солнышко, вся следующая неделя без существенных осадков. Николай Анискин, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. И к другим новостям. Торжественное богослужение с участием почетных гостей, концерт духовной музыки и открытие исторической фотовыставки. Это только часть мероприятий, которыми отпраздновали знаменательную дату – 30 лет со дня образования Южно-Сахалинской и Курильской епархии. За эти годы пройден долгий путь от маленького храма на улице Трудовой до множества куполов, возвышающихся по всей области. Вера Рудакова с подробностями. Голоса певчих звучат особенно красиво и волнующе. Сегодня не просто служба, а праздничная торжественная литургия. Среди прихожан губернатор Валерий Лимаренко. В храм Рождества Христова люди съехались из разных районов области. Наталья Багрова когда-то преподавала в воскресной школе и помнит всех, кто возглавлял епархию в разные годы.
Батюшки все приехали, и вот прям душа ликует, так хорошо, потому что православие на Сахалине. Начиналось оно с храма Ксении Блаженной, там была небольшая община, а теперь вот этот наш великий большой храм, красивый очень. И сюда я часто хожу, сюда много людей сюда ходит, и туристов приезжает много. Все почетные гости, бывшие главы епархии, сегодня участвуют в богослужении. Многие прихожане знакомы с ними лично. Врач Светлана Москалева в их числе. Люди, которые мне бесконечно дороги, наши владыки, которые были у нас, это наши хорошие друзья. И, конечно, я бесконечно рада встрече с ними. Я рада видеть своих пациентов среди прихожан, потому что русских людей объединяет только вера. По традиции службу завершает проповедь, где каждый владыка говорит добрые слова Сахалину и его пастве. Еще одно торжественное событие – открытие исторической выставки, посвященной епархии. В парке «Россия. Моя история» в фотографиях и документах – хронология становления православия на островах. Среди первых экскурсантов – почетные гости архиереи. Настроение самое замечательное, потому что после литургии, после богослужения всегда человек, христианин, воодушевляется на новые труды, на новые подвиги. Конечно, мы сейчас все разъедемся по своим местам трудов, послушаний, но вот эту теплоту, которую мы сегодня получили от общения, от встреч, от новых встреч, знакомств, от воспоминаний, которые греют душу, вот эта теплота, она, конечно, уедет с нами. Есть и уникальные экспонаты. Это древние книги, иконы и облачения священников. Многие впервые выставлены для всеобщего обозрения. Выставка в мультимедийном парке «Россия. Моя история» продлится месяц. Экспонаты ждут своих зрителей. Но православные храмы Южно-Сахалинской и Курильской епархии, которые сегодня отмечают юбилей, ждут своих прихожан. Вера Рудакова, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. Строительство Центра паллиативной медпомощи в Корсакове вышло на новый этап. Сейчас на объекте уже завершили фундаментальные работы. Подрядчик приступил к внутренней отделке. Бригада немного опережает графики. О том, когда откроет двери корпус Центральной районной больницы, расскажет моя коллега Эльвира Хан. Это двухэтажное здание совсем скоро примет своих первых пациентов. Уже сейчас виден каркас корпуса паллиативной медпомощи. Стройка идет полным ходом. Мы находимся с вами на строительной площадке. Объект паллиативной медицины. Объект действительно нужный не только для города Корсакова, но и для всех пациентов, которые нуждаются в этом. Всеми необходимыми строительными материалами обеспечен. Подрядчик позаботился о том, чтобы все было на строительной площадке. И рисков каких-то простоев мы здесь не усматриваем. В стенах больницы пациентам будут оказывать специализированную помощь как лечебного характера, так и психологического. Учреждение рассчитано на 30 человек. Здание спроектировали так, чтобы всем было удобно. Оно будет отвечать необходимым требованиям и нормам. У нас есть поэтапность работ. Такие бетонные работы выполнены полностью. Да, сейчас ведется отделка внутренняя, наружная. Ну и, соответственно, благоустройство территории. Также за этим всем последует это оборудование. То есть это кровати, это столы и так далее и тому подобное для обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации здания. На сегодня готовность объекта составляет 30%. Здание готово к зимнему времени года. В отделении провели отопление, чтобы работа продолжалась постоянно. И учреждения скорее сдали в эксплуатацию. Здание первой категории, то есть две линии энергоснабжения плюс дизельный электрогенератор. То есть тут отключение электроэнергии не будет никогда, в том числе и по тепловой энергии. То же самое, две нитки теплоснабжения и плюс электрическая котельная, которая предусмотрена в этом здании для того, чтобы не прерывалось ни энергоснабжение, ни электроснабжение. На участке трудится 40 человек и 5 единиц техники, что позволяет немного опережать план работ. Ранее рассчитывалось закончить строительство к июню следующего года. Однако теперь предположительные сроки сдвинулись на май. Эльвира Хан, телекомпания ОТВ. Сахалинские правоохранители пресекли попытку помощи украинским спецслужбам. Сотрудники УФСБ вышли на 57-летнего островитянина, который планировал оказывать различную помощь ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России. Испытывая негативное отношение к политике Российской Федерации и не поддерживая проведение специальной военной операции, инициативно принял решение сотрудничать на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Реализуя преступный умысел, им установлен контакт с представителем украинских спецслужб. Сейчас сахалинец задержан и находится под стражей. Ему грозит уголовный срок с лишением свободы до 8 лет.
Парковать нельзя оставить. На улицах Южно-Сахалинска появились дополнительные камеры фото- и видеофиксации. Они регулируют остановку автомобилей возле учебных заведений. Подобные системы уже показали свою эффективность в различных точках города. Внедряют ИТС и в других муниципалитетах. О плюсах нововведений расскажет моя коллега Яна Байметова. Парковка возле второй гимназии Южно-Сахалинска является многолетним камнем преткновения между двумя видами водителей. Одни приезжают за своими детьми и встают вторым рядом, а вторые пытаются объехать такое скопление транспортных средств. Автомобильный коллапс здесь начинается с 8 утра и заканчивается после второй учебной смены. У Дмитрия Зайцева в гимназии учатся двое детей. Каждый день мужчина старается парковаться так, чтобы не создавать аварийную ситуацию. Мы, бывает, машину вообще ставим возле Южного гастронома, если нет мест. То есть надо же быть людьми и входить в положение других. Не только думать о себе. А тем, кто не думает о других и пренебрегает правилами дорожного движения, в скором времени придется раскошелиться. Возле учебного заведения, там, где парковка запрещена, установили камеры фото- и видеофиксации. Так называемые интеллектуальные транспортные системы. Штраф составит 1500 рублей. Сейчас нам производится пусконаладочные работы, после чего он будет введен в промышленную эксплуатацию. Те автомобили, которые стоят на парковке, фиксироваться комплекс не будет. Установка подобных объектов ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. В областной столице уже успешно действуют несколько таких комплексов. Два возле СТК «Горный воздух» и один на улице Ленина в районе автобусной остановки «Лунный свет». Кроме того, до конца года ИТС установят на улице Горького в районе онкодиспансера и возле 6-й школы. Если мы посмотрим на «Горный воздух», то там, где парковка запрещена, собственно, там автомобили не паркуются, потому что они получают штрафы. Раньше один из комплексов у нас был установлен в районе станции скорой помощи по улице Амурской. Ну, как бы там тоже в этом смысле был наведен порядок, и люди перестали парковаться в неположенных местах. В рамках нацпроекта в области уже работает 141 камера фото- и видеофиксации. Они регистрируют нарушения скоростного режима, выезд за стоп-линию и другие. Работа по внедрению ИТС будет идти до 2030 года. Яна Баймбетова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Российскому уголовному розыску исполнилось 105 лет. Сотрудники подразделения, зачастую рискуя своей жизнью, пресекают, раскрывают, а порой предупреждают тяжкие преступления. Оперативники борются с организованной преступностью и занимаются розыском лиц, скрывающихся от правосудия и без вести пропавших граждан. Кто идет в правоохранители и как устроена их работа? Энтузиасты, которых захватывает вот это забористое чувство поиска истины, о возможности реализации вот этого принципа справедливости и неотвратимости наказания. О всех тонкостях профессии смотрите в специальном репортаже Якова Морозова 8 октября в 19:30 в программе «Итоги недели». В областном центре подвели итоги региональных этапов всероссийских конкурсов в сфере труда. На мероприятии отметили лучших островных газоспасателей и машинистов электростанций. Более 20 сахалинских организаций наградили за достойные условия труда работников. Среди номинантов – торговые, строительные и муниципальные предприятия. Работник, для которого созданы хорошие условия, конечно, это эффективный работник в первую очередь. Поэтому опыт таких организаций для нас очень важен, очень значителен. И, конечно, этот конкурс в первую очередь позволяет нам выявить лучшие практики и, конечно, донести их до других работодателей, им в помощь, для того, чтобы можно было далее развивать, улучшать положение наших работников. Конкурс «Лучший по профессии» – это прекрасная возможность показать свое мастерство, обменяться профессиональным опытом с коллегами. Победителями стали те участники, кто показал отличные знания теории своей профессии и продемонстрировал практические навыки. Аварийно-спасательные работы, связанные с гидравлическими системами, высотные работы, спуск, эвакуация пострадавшего из замкнутого пространства, да, непригодной для дыхания среде. Ну, в общем, так. И по каким критериям все это оценивалось? Ну, наверное, профессионализм спасателя. Всего наградами были отмечены более 30 номинантов в двух конкурсах «Лучший по профессии» и «Российская организация высокой социальной эффективности». Более 1000 островных школьников смогли попробовать себя в роли различных специалистов. В регионе завершился фестиваль профессий. На площадках мероприятия ребята пообщались с представителями разных организаций, прошли тестовые собеседования. Подробности нам рассказала заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала области Наталья Журавлева. Запись беседы смотрите в рубрике «Гость студии».
Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. На Сахалине завершился первый фестиваль профессий, который прошел 3 и 4 октября. Расскажите, как это было? Фестиваль прошел грандиозно. Нам впервые удалось собрать на одной площадке такое количество партнеров. Всего за 2 дня у нас ребята получили возможность посетить фестиваль свыше 1200 человек. И плюс у нас были организованы площадки в районах и в Южно-Сахалинске, где проводились профессиональные пробы. В общей сложности около 1500 человек посетило фестиваль, школьники и родители. Также была организована деловая программа для педагогов-навигаторов и представителей школ, кто заинтересован вопросами профессиональной ориентации. В целом мероприятие прошло грандиозно. Ребята довольны, педагоги довольны, организаторы довольны. А расскажите, с какой целью был создан фестиваль и кто стал его инициатором? Вообще, мы уже не первый год реализуем проект «Билет в будущее», в рамках которого ребята проходят диагностику, профессиональные пробы и посещают выставку «Лаборатория будущего», которая помогает ребятам знакомиться с профессиями, с профессиональными средами и погружаться в ту или иную отрасль, чтобы в будущем было проще сделать свой выбор, выбор своего будущего, будущей профессии. Но в этом году мы узнали, что при поддержке фонда гуманитарных проектов проводятся фестивали профессии по всей России, подали заявку, прошли конкурсный отбор и вошли в число 11 регионов Российской Федерации, которые проводили такой фестиваль. Ну и, соответственно, в мае мы успешно прошли отбор, и в октябре уже состоялся наш фестиваль. Кто из крупных работодателей представил свои площадки? У нас было свыше 20 партнеров, кто разрабатывал мастер-классы, выделил сотрудников, кто проводил мастер-классы и обеспечил полностью площадку. Ну, самые крупные – это авиакомпания «Аврора», «Сахалинская энергия», «Газпром добыча шельф», «Сбер», «Ростелеком», «РЖД» и многие другие компании, включая образовательные организации, кто принял участие в подготовке фестиваля. И мы выражаем им огромную благодарность, потому что это действительно очень интересный опыт как для нас, так и для них. Родители и педагоги были вовлечены в профориентационный процесс? Да, основной контингент фестиваля – это, конечно, школьники. Родители только имели возможность попасть на фестиваль только в том случае, если они были сопровождающими с классными группами, ну, либо кто-то свободно зашел посмотреть. Но в основном с целью плотной организации и координации потоков у нас все было по записи, и поэтому большая часть наших участников – это были школьники и педагоги. Как вы думаете, поменяет ли этот фестиваль в жизни школьников что-то? Я надеюсь на то, что у школьников сложилось впечатление о профессиях. Кому-то, ребята, те, кто старшие классы с 8 по 11, уже более осознанно посещали фестиваль. Кто-то из них понимает, что им, какой их выбор ждет в будущем, и, соответственно, они с профессией знакомились целенаправленно. Ребята-школьники с 6 по 8 класс, для них это больше было развлекательное мероприятие. Это было первое прикосновение к разным профессиям. Очень, кстати, большой интерес еще вызвала площадка, которая представляла сферу безопасности. Коллеги из МВД, пожарной части, криминалисты показывали ребятам мастер-классы, как снимать отпечатки пальцев, как разбирать оружие. Ребята примерили пожарный костюм и огнеупорный костюм. Залезли на мотоцикл инспектора ГАИ. И самое интересное была площадка у них. Это кинологическая служба представила своего дрессированного пса, который выполнял команды ребят. Я думаю, что остались яркие впечатления и сформировалось понимание на будущее, и это в дальнейшем поможет их выстраивать профессиональный трек. Какие механизмы поддержки для школьников существуют в сфере профориентации? Ну, у нас 1 сентября введен профминимум. Это единая модель профориентационная по всей России. Все школы каждый четверг смотрят уроки «Россия. Мои горизонты», знакомятся с разными профессиями, отраслями нашей страны. Ну и плюс в рамках профминимума проводится проект «Билет в будущее», где ребята как раз-таки сначала проходят диагностику, получают первые результаты своих предрасположенностей, какой среде и какой сфере у них склонности. И далее, после диагностик, ребята проходят также выставку «Лаборатория будущего», которая, кстати, вчера у нас открылась в День учителя на базе исторического парка «Россия. Моя история». И после посещения выставок они могут пройти онлайн-пробы разных профессий и очные пробы у нас на Сахалине. Ну и плюс Сахалинская область неравнодушна к профессиональной ориентации. Это не только способ помочь детям выбрать свою будущую профессию, но и вообще способ подготовки кадрового потенциала на текущую и перспективные вызовы экономики.
Наталья, я благодарю вас за интересную беседу. Всего доброго и до свидания. До свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. На региональном конкурсе «Сахалинское качество» проходит дегустация мясной и рыбной продукции. Эксперты не знают авторов работ. Это обеспечивает беспристрастность оценки. Все подробности расскажу вам я, Сабина Габитова, через несколько минут. Чемпионат Сахалинской области по скайранингу состоится 7 октября. Участников ждет полумарафон по красивому осеннему лесу, по петляющим тропкам с набором высоты выше 1000 метров. О других не менее увлекательных мероприятиях узнаете совсем скоро в рубрике «Афиша». Не переключайтесь! В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы. Не обогревайте помещение газовой плитой. Не занимайтесь самостоятельным монтажом и ремонтом газовых приборов. Не забывайте проветривать комнату во время использования газовых приборов. Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования. В случае обнаружения утечки газа необходимо немедленно связаться со специалистами. Единый номер вызова экстренных служб 112. Ты можешь стать кем угодно. Спорт, бизнес, семья, путешествия. Добро пожаловать в мир, где ты являешься автором любой истории. Нет границ на пути саморазвития. Ставишь цель и добиваешься. Не дай соблазнам все перечеркнуть. Один укол или затяжка, и всему конец. Дальше лишь тьма, одиночество и смерть. Наркотики или жизнь. Победа или поражение. Решай. Пешеходные дорожки должны быть как в курортном Кисловодске. Такую задачу перед парламентариями Сахалинской областной думы поставил губернатор Валерий Лимаренко. Кроме этого, в следующем году продолжится обустройство набережной на реке Рогатка, строительство сквера защитников Отечества, а улицы Южно-Сахалинска обретут новую иллюминацию. Сейчас мурал рисуется, еще раз говорю, не только в Южном, но и в других городах. То есть мы идем по этому пути. И с мэрами мы эту работу сделаем, в первую очередь обращаем внимание на столицу нашу. Знаете, вот поставили задачу на будущий год, амбициозную. Я очень рассчитываю, что вы поддержите нас в этом. Мы хотим быть официально самым красивым, самым комфортным, значит, городом на Дальнем Востоке. Сахалин обладает бальнеологическими, климатическими и грязевыми ресурсами, поэтому в ближайшее время в Южно-Сахалинске появится специальный павильон над скважиной с минеральной водой. Также за счет федеральных средств продолжится реконструкция автотрассы до Ахи. Серьезная ставка сделана и на увеличение объема строительства поликлиник, арендного жилья, детских садов и школ искусств. Просветительский марафон «Знания» стартовал в Южно-Сахалинске. На площадке штаба общественной поддержки студентам средних профучреждений рассказали о программе стратегического развития региона. Лекторы обсудили перспективы развития социально-экономического и технологического развития области. Мероприятие приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина. Мы, общество «Знания», хотим поздравить нашего лидера. Но при этом, в преддверии поздравления, спикеры общества знания общаются с учащейся молодежью, с будущими специалистами, делятся своим знанием. Будем рассказывать про развитие нефтегазовой отрасли, строительной, лесопереработки и в целом реализации новых проектов, которые запланированы и будут реализовываться в перспективе до 2035 года. Подобные мероприятия являются завершением цикла акции «Поделись своими знаниями». Оценивают вслепую. Эксперты конкурса «Сахалинское качество» проверили островную рыбную икру и колбасы на вкус, цвет и состав. Свои товары предоставили 30 предприятий. Комиссия не знает, чья продукция перед ними, а значит, вердикт будет объективный. Уже в конце октября лучшие производители получат специальный знак отличия. Мои коллеги проследили за частотой эксперимента.
Анализ качества продуктов – своего рода искусство. Перед экспертами колбаса и рыбная икра разных производителей. Задача – оценить качество продукта, не зная марки изготовителя. Все образцы обезличены. Оценку представленной для дегустации продукции проводят эксперты из контрольно-надзорных органов Сахалинской области, таких как Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии, Сахалинский ЦСМ. Эксперты тестируют образцы по пятибалльной шкале, оценивают органолептические характеристики, а также впечатления от аромата, вкуса и послевкусия в целом. При этом необходимо понимать и технологию производства. Всего на суд представили 35 видов продукции, 30 предприятий разных городов области. Будет день, когда будут выбирать лучшего по уже конкурсу, по нашим баллам, как мы выбрали. Но я думаю, что мы сыграли хорошо, профессионально сегодня и в прошлый день. Поэтому победят лучшие из лучших. Заключительным событием станет региональная выставка. 28 октября жюри объявит имена победителей конкурса и удостоит их специальным знаком. Лучшие производители смогут год использовать логотип сахалинского качества на упаковке своих товаров. Можно сказать, что продукция становится качественнее, организаторы, учредители подходят более щепетильно к каким-то моментам оценки, дегустации. Конкурс проводится больше 15 лет. Он направлен на повышение имиджа продукции островных товаропроизводителей. Сегодня сахалинские предприятия вышли на качественно новый уровень и могут смело конкурировать с популярными российскими и зарубежными брендами. Сабина Габитова, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. Квест «В поисках счастья», концерт «Жемчужины русской классики» и мастер-класс «Грезы». Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные, расскажет в рубрике «Афиша» ее ведущая Ксения Салабаева. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Впереди выходные, а значит, пора заняться чем-то интересным. Как провести свободные деньки, расскажет рубрика «Афиша» и я, Ксения Салабаева. А в эту субботу зал постоянной экспозиции «Современное искусство Кореи» станет увлекательной площадкой, где можно будет познакомиться с предметами восточного искусства. Гостям предстоит выполнить много интересных заданий, проявить смекалку и находчивость, показать свои лучшие качества в командной игре в поисках верных ответов. Наградой станет счастье, которое все участники квеста обретут после успешного прохождения игры. Зоопарк приглашает на интерактивную программу «У совы полно забот». Участники смогут примерить на себя роль хищной птицы, чтобы понять, как она ищет свою добычу. Викторина поможет участникам закрепить знания о жизни совы в естественных условиях. Также у вас будет возможность узнать и интересные факты. Например, знаете ли вы, что глаза сов полностью неподвижны? Именно поэтому природа наградила их такой уникальной шеей. В областном центре творчества состоится концерт классической вокальной музыки великих русских композиторов. В программе прозвучат романсы и арии из опер Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других представителей русской музыкальной классики. Обворожительные голоса лауреата международных конкурсов Ольги Ковтункович и артиста Сахалинской областной филармонии Михаила Вербицкого оставят приятные впечатления на долгое время. 7 октября художественный музей приглашает на мастер-класс по рисованию акрилом от талантливой художницы Веры Бороздиной под загадочным названием «Грезы». Вас ждет увлекательное погружение в мир акриловой живописи, где вы сможете раскрыть свой творческий потенциал и обрести новые навыки. Краеведческий час топонимы родного края пройдет в детской библиотеке. Дети узнают, что надписи на карте появляются не случайно и несут в себе информацию от предыдущих поколений. Ребятам расскажут о том, что множество названий посвящено первооткрывателям и исследователям. Это Невельск, Макаров, гора Крузенштерна, пролив Лаперуза и другие. Узнать, в честь каких событий названы улицы, читателям помогут книги из фонда библиотеки. Проведите выходные в хорошей компании. С афишей вас знакомила Ксения Салабаева. До встречи! Забота, защита, уважение. Продукты питания с минимальной наценкой. Экономить на продуктах питания жителям Сахалинской области помогают торговые точки эконом-форматы. Главное преимущество социальной торговли – это низкая наценка на продукты питания, не более 15%. В списке продуктов по социальной цене – хлебобулочные и макаронные изделия, мясная продукция, консервы, сахар, соль, яйцо, чай, овощи и фрукты. Всего на Сахалине и Курилах действует 758 торговых точек эконом-формата, 153 социальных магазина,
482 фирменные торговые сети сахалинских производителей, 123 передвижных объекта торговли. В 2022 году в области провели 12 896 ярмарок. Проект реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Коммунальные услуги требуют своевременной оплаты. Если платеж совершен не в установленные сроки, указанные на квитанциях, то потребителю начисляется пеня за каждый день просрочки. Поэтому сахалинцам и курильчанам необходимо оперативно оплачивать счета или возникшие долги. Для расчета можно воспользоваться официальным сайтом ГИС ЖКХ, отделениями банков или Почты России. Кроме того, оплату принимают и непосредственно в коммунальных компаниях. В случае уклонения от оплаты к потребителю будут применены штрафные санкции вплоть до полного отключения услуги. Важно помнить, предоставление качественной услуги и своевременная оплата за нее – зона взаимной ответственности ресурсоснабжающих предприятий и собственников жилья.